Я трогал Бубсича за жопу. Сказ о том, как Бэй-Бэй довел Дэд Пи до душевной травмы. Лёнь, правда, что у тебя горят пиксели на LG OLED? Да я вас... Кто это подкидывал? Господи, окей, история. 2022 год. Я только что вышел из больницы. Я сразу говорю, я здесь ни при чем, если что, ребята. Вообще, с меня взятки гладкие. В больницу Новый год, и внезапно я подумал, у меня появились какие-то деньги тогда с Ютуба впервые так. За долгое время. Вот, и я подумал, я хочу пожить как человек. То есть в то время моя квартира представляла собой очень маленькое пространство в Москве на станции Щелковская. Пожить как человек. Это был компьютерный стол и кровать, и больше ничего не было. И в тот момент я задумался, блин, ну, я чуть не умер, и я хочу сделать что-то интересное со своей квартиры. Я купил себе офигенный диван из Икеи за 20 тысяч, между прочим. Ну, это нормально, это мы уважаем. Почему он даже раздвигался, можно было с пацанами ложечками лежать, когда пьяные. Вот, я поставил себе... Да. Я поставил себе 65 дюймов огромный LG OLED на который... Я сейчас что-то хорошее для себя сделал. Купил LG OLED. Ну зачем, блядь? Это, знаете, это как... Фу, блин, что-то хочу для себя хорошее сделать. PlayStation, все такое. Прекрасно. Человека-паука перепрошел ремастерит на PS5. И перед этим, чтобы посоветоваться, я в Твиттере запустил вопрос. Пацаны, вот какой телевизор лучше купить? Потому что кто-то говорит, OLED-ы самые лучшие, а там... Да, кто? Я единственное слышал, кто понял, что OLED-ы это лучше. Это или Stratos, то ты равно, блин. Прочие хреновые цвета. А кто-то говорит то, что OLED-ы горят. И тут... Ну, а я-то здесь при чем? Появился этот хуйсос Бэй-Бэй. Я никогда с Бэй-Бэем до этого не общался. Я никогда... Я слышал, что есть такой чел, какой-то там паблик у него. Я думал, ну типа, ну чел и чел, похуй. Вот, гифка с клоуном, прикольная, где он здесь кидает. Это ну, я танцевал. Ну, наверное, нормальный парень. Он доебал меня горящим оледом где-то 2 года. То есть, это был полномасштабный. Поздравляю, Тротти, давай такой же ролик про LG OLED, он жёг свои пиксели. Штабный буллинг. Этот человек, он испортил мне все впечатление от телевизора. Понимаешь, у меня реально развилась такая... Портил мне все впечатление от телевизора. Молодой человек, у вас такой взрывной характер, вы точно не пиксель с LG OLED. Понимаешь, у меня реально развелась такая фигня. Почему бы ты такой мобильный телек или сознательно покупать бездушный LG OLED? Типа им кайф пахал годах пиксель плюс прибавки, если они еще покупают ксас для них, это симулятор шахида. Что, я запускал вот эти 4К ролики на Ютубе, и я реально присматривался. На самом деле, играть 3 из 10, но 4 балла были начислены за то, что рыжие листья удачно сочетаются с горевшими пикселями на LG OLED. Горели ли пиксели? То есть у меня началась реально фобия этого. Не, ну если у чела фобия началась из-за этого, это, конечно, печально, блин. Я пару раз пошутил так, слегонца. То есть у вас друг фанат Фури? Не знаю, у него аватарка Фури. Он представляет себя Фури. То это психическая болезнь. Ты провоцируешь насилие, пока ждешь, пока с тебя снимут страйк за призывы к насилию. В чем логика, блять, Бэй-Бэй? В чем? Я когда продавал телек перед отъездом, я думал, типа, блин. Уважаемый Дэд Пи не смог сменить продажи взрывоопасного LG OLED, а потому в погоне за длиной от жизни вблизи своего врастной срань уехал бы срань. Не, ну слушайте, ребят, это реально, это не я писал, это реально мистер Скрач. Я, ребята, такое, ну, написать не стал. Это реально мистер Скрач, ребят. Ну, Алан Вейк из Рил. Это не я.
Это вот кто-то отшалил от моего имени. Я здесь ни при чем. А что если реально что-то сгорело, и там увидят, и из-за этого не возьмут? Сука. Ты додушься, я тебя на ютубер вынужден продавать свои чали. Я у него это, видимо, где-то коммент оставил. Бэй реально просто мразь. Душевная травма получена. Дензелал поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает, хоть в чем-то проявил себя. Я не хочу никогда... Типа, мне говорят, пострим с ББМ, напиши ББМ, может быть, что-то... Я понимаю, что меня ждет, понимаешь? Не, да, что сразу? Что, откуда такая предвзятость, я понять не могу. Потому что единственное, что он обо мне знает, вот единственная информация, которую у ББ есть, единственная шутка, которая будет исходить из его грязного рта, это про сгоревший пиксель на Оледе. Я не хочу это терпеть. Именно поэтому ты не хочешь к ББ в объятия? Конечно, конечно, именно поэтому. Ой, да, ну, ну пипец, ну я не знаю, это... На меня наговорили, да. Ну это как обычно, про меня гадости сказали, да, и все. А на сегодня все, до скорых встреч и... Пока, дорогие мои. Оп. Опа. Пока.